они работали без лицензий. В результате государству был нанесен ущерб в 60 миллионов долларов. Естественно, человек в маске не может влиять на действия целых народов. Вот таких конфликтов продемонстрировать вам, что все эти... Вы должны в этом разбираться, поскольку если ваша страна проводит такую политику, не напирайтесь, что в один день такая же война и онлайн. Вакуум, который поддерживает движение за социальное равенство. И после его победы все эти идеи будут распространены.